Я задал вопрос устами лидера фракции. Когда, Сергей Семенович, закончим раздавать Москву долларовым миллиардерам? Ответ очень интересный был. Он сказал, целыми днями занимаюсь тем, чтобы этого не происходило. Смысл примерно такой был. Не получается. Ну, никак. У Сергея Семеновича решение этой задачи. Вот миллиардер Машкович сносит целых 2 исторических здания на Савинской набережной, про которые мне приходили ответы ранее из разных ведомств, что они составляют ценные элементы градостроительной среды Савинской набережной Хамовнического района. Ну, миллиардер Хубутия построил рядом, прямо вплотную к храму Христа Спасителя, отель. Никакой попытки там даже имитации исторической внешности. Вот миллиардеры, которые в Москве заработали на соответствующих постах в строительном комплексе, это еще при Юрии Михайловиче было, вот Маносов и Удодов. Вот они снесли сейчас здание в Еропкинском переулке, рядом с Мансуровским, на Стоженке. Оставили с каждой стороны по пол стены, хотя им их обязывали полностью фасады сохранить.